Всем бодрого времени суток. Меня зовут Шура, азиатского контента любитель, и я приветствую вас в зеленой комнате. Сегодня мы с вами посмотрим на камбэк юнита NCT Wavy. Тот юнит, который возвращается не так часто, как хотелось бы, потому что последний альбом у них выходил в конце декабря прошлого года, то бишь практически год у нас не возвращались ребята, в то время как 127 и Дримки, они у нас по несколько альбомов выпускают, и репаки на эти альбомы выпускают, и, в общем, не успеваешь следить за их камбэками, а вот с ребятами такого не происходит, что жалко, потому что очень хороший состав, очень классные голоса, сочетание у них просто богические. Вот, поэтому давайте смотреть, вышел у них второй полноформатный альбом, который называется On My Youth, вот, заглавка называется, собственно, так же. Поэтому, не задерживаясь, начинаем приступать к просмотрам. Хана! Туль, сет, и едем. Здесь у нас аудюнь. Гипервентиляцию делает. Поплохело что-то. Чего-то мелодичное будет сегодня. Вин-вину так хорошо блондинчиком. Как вкусненько. Мне нравится вот этот укающий синт. Такое инопланетное звучание делает. Космическое, точнее. А вот это неожиданно. Ну вот такой переход странный мне, наверное, больше нравится, чем не нравится. Это чего? Сами на себя стенка на стенку? Как мне нравится у Вин-Вина голос низкий. Ой, скрипочки еще на фоне. Слушайте, странные вообще сочетания всего тут. Ой, еще там хор на фоне. Такой, ну не хор, такие крики, скандирование чего-то. Блин, как вкусно! При всей своей странности, но это офигенно звучит. Ой, прям ням-ням-ням, как раскрутился припев под конец. Блин, какой офигенный инструментал на фоне. Тут
Да что последние дни происходит? Это что за камбэк за камбэком офигенский? И камбэк за камбэком я забираю все альбомы. Ты, Мин, сначала весь утянула альбом. Чуноб весь утянула альбом. Вывята весь утянула альбом. Это что такое? Не, ну, конечно, там были такие очевидные фавориты. Это Moonlight и Rodeo. Но они такие прям запоминающиеся. Но, тем не менее, другие треки не хуже, просто они более просто звучащие. Вот. Не такие запоминающиеся, но я думала, когда уже настанет тот трек, который я не добавлю. Ну, потому что добавлять все подряд, это как-то, ну, как будто бы странно. Что прям вот все офигенно, а оно все офигенно. Ну, это не я виновата, это все они. У них очень офигенное сочетание голосов. Вот их прям подобрали просто идеально, вот этот состав. Звучит какой-нибудь, ну, вот такой, знаете, лирично скучноватый трек. Я думаю, ну, вот этот, наверное, я не добавлю. И они начинают петь, и у них такие гармонии. И так голоса и в унисон, и в многоголосии. И думаешь, ну, вот и что вы творите? Я хочу не добавлять. Я хочу что-нибудь не добавлять. Как это делать, если там все вкусно? Засранцы. Замечательно. Мне нравится. Продолжайте. Ой, хороший альбом. Ну, фаворитов я выделила. Офигенский заглавка. Надо добавить срочным образом. Раз, два, три. Так. Угу. И вот еще в плейлист с сетями отдельный. Потрясающе. Мне прям понравилось. Это так было как-то и чувственно, и агрессивно одновременно. Вот странные такие сочетания. Знаете, он как будто бы вдохновляющий какой-то. Ну, вот звучание такое, вроде какой-то на подъеме вдохновляющее, но как будто бы там какая-то трагедия в конце будет. Вот, ну вот, как-то вот прям сердечко защемило пару раз. Классно. И клип красивый, и парнишки все как обычно. Короче, я не знаю, что говорить. Это было вкусненько. Нет, это было не вкусненько. Вкусненько слабо сказано. Это была вкуснотища. Delicious. Просто бон аппетит, товарищи. Короче, все. Я, наверное, на этом буду закругляться. Поэтому настала ваша очередь писать в комментариях, как вам понравилось, не понравилось. Утянули ли весь альбом так же, как и я. Просто, ну вот, не получилось обойти стороной какой-то трек. Ну, не получилось. Не дали они такой возможности. Извините. Вот. А на этом, собственно, все. В конце благодарю своих авокадин, которые решили поддерживать меня и мой канал на Бусти. Если хотите присоединиться и вступить в ряды авокадинок, пожалуйста, ссылочка на Бусти в описании под этим роликом. Заходите, и там есть возможность смотреть стримы даже без подписки. Вот, да-да. Что ж, на этом, собственно, все. Всем спасибо, что смотрели. Всем пока.